10 фишек Тесла. Привет, друзья, с вами канал Elon Musk. Мы снова в гостях у Moscow Tesla Club. Да, и сегодня мы будем разбирать Теслы, смотреть, что у них внутри, кататься на них. И, кстати, мы кое-что сегодня уже поснимали, и это было очень эмоционально и интересно. И сейчас мы готовы представить вам 10 самых крутых фишек электромобилей Tesla. Погнали! Ускорение. Одна из самых крутых фишек электромобилей – это их бешеный крутящий момент, который доступен весь и сразу. На таблице вы видите ускорение для электромобилей Tesla до 100 км в час. Стоит сказать, что это для заводских автомобилей, именно такими они выходят с завода, без какого-либо тюнинга. Недавно мы рассказывали, как тюнингованная Tesla Model S смогла разогнаться до 100 км в час за 2,1 секунду. Это супер круто, это супер быстро. Каждый электромобиль Tesla самый быстрый в своем классе. Но каково, что такое 100 км в час за 2 секунды? Давайте попробуем. Так разогнался, я говорю, там же эти лежачие полицейские. Я говорю, ну а что, подпрыгнем. И я реально думал, что он решил подпрыгнуть. Потому что ну, скорость была такая, что я думал, что мы просто не успеем затормозить. Я, конечно, фишка автомобиля, что помимо обычных тормозов рекуперация, и тачка просто останавливает, ну, типа, супер низкий тормозной путь. А мне камера просто... И мне кажется, мое лицо такое... Крик. Безопасность. Про высочайший уровень безопасности автомобилей Tesla ходят легенды. Устроить краш-тест мы не сможем, да и не умеем, но можем привести несколько интересных фактов. На сегодняшний день Tesla Model S занимает лидирующие позиции в рейтингах агентств безопасности дорожного движения США и Европы с оценкой 5 звезд во всех видах испытаний. При боковом столкновении Model S сохраняет в среднем 63,5% объема водительского пространства в салоне. Для сравнения, один из самых безопасных автомобилей, Volvo S60, сохраняет всего 7,8% объема пространства. Model S оказалась примерно на 50% лучше всех остальных автомобилей в тестах на переворот. Кузов Model S усилен многочисленными вытяжками из алюминия на боковых направляющих для поглощения энергии столкновения. Такой же принцип использовался в лунном модуле корабля «Аполлон», сделанном для посадки на поверхности Луны. Во время проведения теста на придавливание крыши Model S сломался тестовый пресс. Если вам интересно, почему автомобили Tesla такие безопасные, пишите в комментариях, и мы посвятим этому отдельное видео. Автопилот. Давайте немного прокатимся по Москве с включенным автопилотом. Честно, пока еще немного страшновато, особенно на загруженной дороге в Москве. Едем. Оно само. Так, я попробую. Да, вот. Автоперестроение работает. Вот он сбавил, то есть он видит машину впереди, он сбавил. После длительной поездки можем уверенно сказать, что сейчас это скорее очень хорошая система помощи водителю, нежели автопилот. Хотите узнать про систему автопилота больше? Пишите в комментариях, и мы выпустим видео о том, как это работает. А в конце лета, после обещанного крупного обновления автопилота, проверим, на что он способен в городе. Запас хода. Небольшой запас хода – ахиллесова пята электромобилей, но не Tesla. Сначала немного теории. Запас хода автомобиля, неважно на ДВС он или на электроприводе, зависит от мощности двигателя, веса автомобиля, погодных условий, кондиционера, но самое главное – от стиля вождения и емкости бака, либо аккумулятора.
Model S100D на одном заряде смогла проехать 1078 километров. Model 3 Long Range — 975 километров. Правда, все это на скорости 40-50 км в час. Но, к счастью, это средняя скорость движения в городе. На трассе с постоянной скоростью около 100 км в час Model S100D или Model 3 Long Range смогут проехать около 600 км. Но если говорить про скорости выше 200 км в час, то, разумеется, батарея сядет уже после 300 км, если вас не лишат прав раньше. Грядущий Roadster 2 с чудовищной батареей на 200 кВт-часов будет способен преодолеть более 1000 км на одном заряде. Возможно, лет через 10 мы будем говорить, что недостаток авто на ДВС – это низкий запас хода. Среднестатистический водитель проезжает около 30 км в день, такси – около 100 км в день. Текущее поколение Supercharger восполняет 80% заряда за 30 минут. А на подходе следующее поколение, которое должно быть быстрее более чем в 2 раза. Друзья, как вы думаете, сможем ли мы побить текущие рекорды по запасу хода? Если да, пишите в комментариях, мы будем пробовать найти автомобиль в подходящей конфигурации для нового рекорда. Огромный экран и обновление ПО. Давайте бегло посмотрим, какие функции есть на дисплее. Первое – это музыка. Здесь есть радио, стриминговый сервис, небольшие настроечки, подключение, синхронизация с телефоном, музыка с телефона. Дальше идем к навигации. Вот таким двойным щелчком увеличиваем на полный экран. Здесь обычные Google карты на таком огромном дисплее смотрятся просто невообразимо круто. Календарь, нужно подключение к телефону, график расхода энергии, можно посмотреть за последние 10, 25, 50 километров, средний расход и так далее. Дальше переходим к браузеру. Можно зайти, в принципе, на любой сайт, но, как вы видите, видео на YouTube не посмотрим. Вы, наверное, заметили, что все включается очень быстро. Кстати, браузер не такой быстрый, как хотелось бы. HD-камера заднего вида, и она действительно HD, картинка на ней просто супер, и это невообразимо удобно. Дальше подключение к телефону. Телефон мы не подключали. Переходим вниз. Здесь настройки климата. На каждое сиденье настраивается отдельная скорость вентиляции воздуха, температура, шаг в полградуса. Ну, 22,5 у нас оптимально. Далее есть более продвинутые настройки. Больше всего меня порадовала защита от биологического оружия. Ну вот, стало дуть, пока нам сложно, радиации рядом нет, проверить будет очень сложно. Окей, выключаем, закрываем. Меню быстрых настроек очень удобно. Здесь есть громкость звука, здесь есть настройки температуры сиденья. Самое быстрое — это то, что, не отвлекаясь от руля, можно закрытыми глазами делать. Кстати, очень интересная штука – это выбор пользователя. Выбираешь пользователя, настройки, соответственно, сразу подхватываются. Так, в Controls – двери. Можно открыть передние и задние двери, и пассажирские, и водительские. Следующее меню – это сиденье. Можно двигать сиденье вперед, назад, просто нажатием кнопки. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Подвеска выставляется уровень от супер низкого до супер высокого. В супер высоком, насколько я знаю, клиренс порядка 25 сантиметров. Дальше вождение. Режим вождения сейчас стоит на Ludicrous, потому что мы гоняли. Можно поставить режим Chill и наслаждаться комфортной ездой. Также есть режим Creep, режим красться. Очень интересный режим, если вы за кем-нибудь крадетесь. Режим экономии энергии. Дальше. Настройка в холодную погоду. Можно отдельно настроить подогрев каждого сидения. Дальше путешествия. Можно посмотреть статистику путешествия, настроить яркость дисплея. Можно, кстати, вот такая интересная вещь – ночной режим. Выглядит, кстати, здорово. Очень удобная штука. Настройки с тормозами, свет, противотуманки, свет в салоне. Меню зарядки. Здесь мы смотрим, сколько батареи. Можем выставить отложенную зарядку, открыть зарядный бардачок.
тут можно подключиться к сети. Я вот раздал, кстати, Wi-Fi с iPhone, подключился, работает достаточно сносно. Отдельное внимание хотели бы уделить обновлениям. Обновление программного обеспечения – это одна из самых крутых фишек Tesla. Многие вещи, которые были проблемами на заводе при выпуске и так далее, решаются обновлением программного обеспечения. Появление новых функций, chill, creep, все это появилось с помощью обновления программного обеспечения. И самое крутое, и самое главное – это автопилот. С 2017 года машины, которые выпускаются, в них всех стоит железо автопилота до последнего уровня. И вопрос только в обновлении ПО. Покупая машину сейчас, даже прошлогоднюю, вы получаете машину, которая в перспективе может стать полностью автономным. Вам нужно только будет вовремя до нее обновиться. И последнее, но самое любимое меню, это меню с пасхалками. Это тоже крутая фишка Tesla, то что она любит всякие приколы и сюрпризы. Давайте включим режим Ludicrous. Вперед к звездам. Управление со смартфона и ключа. Приложение Tesla позволяет открывать и закрывать двери и багажники. Функция Summon позволяет вызвать автомобиль из гаража, при этом дверь гаража Tesla откроет самостоятельно. Также можно открывать люк, подавать сигнал, включать фары, следить за состоянием заряда, удаленно устанавливать температуру в автомобиле и отслеживать его местоположение. Ключ требует отдельного внимания. Брелок в форме автомобиля, помимо стандартной сигнализации и замков, также может открывать передний багажник и зарядный порт. Открывать и закрывать все двери, в том числе заднего багажника, а также позволяет активировать функцию Summon. Акустическая система. Аудиосистема Tesla настолько хороша, что вас могут арестовать. Как, например, Скриллекса, который слишком громко включил демо своей песни в Model X. И полиция сначала заковала его в наручники, а потом оштрафовала. Tesla начала работать с компанией S1NN с создания Model S. Мы работали с Tesla над каждым аспектом дизайна. Определяли, какой должна быть толщина металла в дверях, говорят в компании. Отсутствие двигателя внутреннего сгорания влияет на отсутствие посторонних звуков в салоне. Огромный аккумулятор ответственен за стабильность напряжения, которое получает аудиосистема. Tesla хотела, чтобы было громко. Премиум-система Model S и X состоит из 11 динамиков и сабвуфера общей мощностью 560 Вт. Tesla начала сотрудничать с S1NN, потому что не хотели брендированную аудиосистему, как, например, у Audi, которые сотрудничают с Bang & Olufsen, тогда как аудиосистема Model S считается лучше, чем у Audi A7, и всего за 1/3 стоимости. Если вы знаете автомобиль со штатной акустикой лучше, чем в Tesla, пишите в комментариях, попробуем их сравнить. Панорамная крыша. Панорамная крыша пойдет почти любому автомобилю, но особенно она идет автомобилям Tesla. Model S уже не продается с металлической крышей, а за дополнительную плату можно получить люк, самый большой в своем классе. Model 3 пока доступна только с премиум-пакетом, так что все произведенные на данный момент тройки имеют бесшовное стекло от капота до багажника. Смотрится это очень круто. Конструкция Model X предполагает исключительно панорамную крышу, а лобовое стекло, тянущееся от капота до задних дверей, создает ощущение, как в кабине вертолета. Тишина электродвигателя дает нам возможность наслаждаться звуками природы, а изобилие стекла в кузове – ее красотой. Двери. Двери можно смело назвать фишкой автомобилей Tesla. Взять хотя бы ручки, такие в Model X. Так выезжают в Model S. Кстати, так это происходит зимой. В тройке ручки сперва могут показаться непривычными, но, как по мне, они достаточно удобные. Двери без рамок – это очень круто. Помимо эстетики, отсутствие рамок улучшает шумоизоляцию салона и немного аэродинамику. Особое внимание нужно уделить Model X и его дверям – крыльям сокола. Если не брать во внимание, как круто это смотрится, это еще и очень удобно. Это как зайти в открытую дверь, а на пути у вас только ступенька. Открытие и закрытие дверей с центральной консоли – это то хорошее, к чему привыкаешь очень быстро. Посмотрите, все очень просто. Просторный салон и вместительный багажник.
Мы полдня катались в Model X, и первое, что отмечаешь, это комфорт от огромного внутреннего пространства. В X'е не чувствуешь себя как в кроссовере, скорее как в минивэне. Очень просторно и в S-ке, хотя это скорее норма для 5-метрового седана. Правда, при высоком росте может быть не супер уютно на задних сиденьях. Кстати, в детских креслах в багажнике вполне может поместиться взрослый ростом до 160 сантиметров. Еще хочется сказать про ровный пол, который буквально добавляет пространство. Багажники автомобилей Tesla очень вместительные. Объем в литрах не дает понимания, насколько. У нас есть идея – проверить вместимость S-ки, X-а и тройки, набить их сумками и чемоданами. Если вам нравится эта идея, пишите в комментариях, и мы поставим такой эксперимент. Итак, друзья, это были 10 самых крутых фишек электромобилей Tesla. Да, и мы планируем снимать еще много интересных экспериментов, в том числе совместно с ребятами. Поэтому подписывайтесь на канал Moscow Tesla Club, где мы их будем выкладывать. И обязательно под этим видео в комментариях пишите ваши самые безумные идеи про то, что нам нужно снять. Мы попробуем это сделать. И если вам понравилось это видео, ставь палец вверх, рассказывай о нем друзьям. До встречи!